Вкусно? Вкусно? Точно вкусно? Ой, Тима, Тима, Тима. Собака очень интересная. Мы, наверное, проект назовем «Как вкусно приготовить», да? Если много будет комментариев, подписчиков. Потом ты научишь своих подписчиков, как готовить шашлык, да? Не знаю. Под руководством Валентина Николаевича. Ну, можно и так, да. А можно и самому. Надо же это. Разгадано. Мать, вкусно будет? Вкусно будет? Вкусно? Обманываешь? 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 Ох ты, брызгалка. Брызги тогда пошел, да? Да. Вот успеешь, как оно в ожидании, чудо. Ну ты пока скажи, какая приправа будет. Покажи. Так, ну все, что? Ну, туда не ложи ножик. Сейчас все равно нужно. Кого? Их. Посуду. Мясо, что? А, ну, посуду. Да. Так, ну все, подходим к финишу. Высыпаем наше готовое мяско. Посуду. Так, дальше что? Закладываем лук. Так? Ну да. Перемешиваем. Лук немножко прям раздробился. Так, я пока поставлю масло. Подсолнечное доведу до кипения.
петрушку достать? Это уже, да. Пускай, пускай. Вот эти большие кусочки, наверное, в один лук достань. Порезать их надо, да? Да. Аккуратно. Да, вот надо было лук, наверное, резать на четвертинку, конечно. Ну, сейчас мы все это исправим.